Юлия уже не первый раз участвует в организации патриотических мероприятий. Вместе с Владимиром они создали общественную организацию волонтеров Московской области «Тыл». И теперь регулярно помогают в сборе гуманитарной помощи, а также проводят различные акции. Это уже не первый раз, да, у нас периодически проходят такие акции в поддержку ребят наших, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, а сейчас еще ее приравняли к 9 мая, так как это тоже такое значимое событие в нашей стране. На концерте «Я память» Александр выступил со своей знаменитой песней «333». Ее история началась, когда он поехал передать гумпомощь и поддержать наших солдат, спеть для них музыкальные композиции. Песню «333» они сняли на видео. Через два дня было несколько миллионов просмотров. Вот. Через два месяца я уже пел ее в Лужниках. На митинг-концерте. Вот вся история. А так езжу и поднимаю дух наших бойцов на передовой. Патриотические песни о родине, солдатах и военных временах. В этот день всех объединила память о подвиге тех, кто сражался в годы Великой Отечественной. Также своими выступлениями артисты поддержали тех, кто сегодня принимает участие в спецоперации. В программе сегодня нашего концерта выступление творческих коллективов Одинцовского городского округа и представители региональной общественной организации «Тыл», а также участники специальной военной операции. Концерт «Я память» проводит уже второй год. За это время патриотическая акция получила большой отклик в округе. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».